21 октября. Время 12 часов. Да, я вижу тебя, вижу. Хорошую девочку. Холодно на улице. Есть и просят, сидят. Я вам наложила там вот так кушать, идите. На улице сейчас посмотрим, сколько градусов. Деревья потихоньку приготавливаются к зиме. Вот в какую пору вот они сережки выкинули. Даже не видала. Не было, не было. Потом хлоп, иду, уже сережки. За неделю буквально. Барбарис плохо приготовился. Пригибать надо его. Лиственницы уже почти голые. -1. Делай, делай, не отвлекайся. Не отвлекайся, не отвлекайся. Вова столбики зарывает для забора. Воротину здесь будет делать. Это у нас тут времянщина. Времяночка. Нет ничего. Я не времени. Сколько ты стояла? Так ты же камни хотел пихать вот эти. Переусердствовал. Дырдочку глубокую вырыл. У нас же здесь болото. Это ж не вырыл ямку, вставил, да засыпал. Там что вырываешь, то там все обратно туда и уходит. Там у нас чав-чав. Чав-чав. На, быстро, вон там замерили, сколько вода. Ну да. Вода уже есть. Хотя здесь одним этим боровым песком у нас почти засыпано здесь ведь. Да больше полметра засыпано. Да. Весь грунт выбран, и песок забит, чтобы машины не вязли. А так они вон шуровали. Здесь получше было. Как только забор поставили, все, пришлось туда ехать. По дороге, по-настоящему, а не по участку. Не отвлекайся, не отвлекайся. Я не отвлекаюсь. Я пошел за этим.
Сегодня у нас 23-е, да? 24 октября. Приехали на рыбалку. На озеро. Водички прибавилось на нем. В нем. Осень, листики все опали, снег растаял, который насыпал. Температура сегодня плюс 4 градуса. Последние теплые денечки. Денечки, ручеечки. Спасибо. Как настроение? 5 баллов. Нужно на рыбалку. Тихо, сегодня дождя нету. На удивление, да? Вчера целые сутки шел дождь. Хоть воды-то прибавилось. Да, прибавилось. Хорошо прибавило. Ну так, сколько, что-то хочешь. 2 месяца лило. Так морозы были до -8. Чего ты хочешь, от них тут останется? -8 это уже много для них. Осень. Листики все опали уже. Ну, морозы уже были до -8. Снег был, лежал 15 сантиметров. Теперь все снова растаяло. Осень продолжается.
Что? Так вот озера-то, может, и через эти карсты уходят. А может, наоборот, родник. На мрамор похож. Да, как мрамор. Ветерок поднимается. Поближе подходи, я где сможешь. Рыбка сегодня клевать не хочет. У нее стрессовое состояние. То тепло, то холодно, то тепло, то холодно. Перемена давления тоже, видно, влияет. Не хочет клевать категорически. Вы, говорит, сегодня, ребята, выходной у вас, отдыхайте. На озере хорошо, ветерок немножко, тихо. Ребята за дровами пошли, костер будем разводить. Одним словом, отдых. У рыбы, похоже, тоже выходной. Мы, говорит, сегодня не рыбаки, мы, говорит, отдыхающие. Рыба отдыхающая, мы сегодня. Все ясно. Мать, держи всем по чесноку. Спасибо, чтобы Таня. Не так было, я вас. Папа, смотри, посиневшийся. Не говори, руки замерзли, да? Угу. Думала, рыбу излаю, сейчас кино не будет. Вова. Я занят. Вова. Я занят. Купатину жарить куриную. Что-то она уши повесила. Уши повесила, что-то расслабилась. Грустно, говорит, ей. Схрюснулась она что-то. Купатина сблюднулась. Купатина уши повесили. Повесила. Это кто, уши? Ее надо решетки делать. Или на сковороде, так она что. Что, нормально будет? Нормально, но двух-то торчит она. Тихо. Вечер. 3 часа вечера. Скоро темнеть будет.
Таня, Вова еще двух вытащил. Да. Вот смотри, камеру куда направила, да? А ты в камере. Вот на сколько, да, угол? Солнышко выглядывало. Ребята, говорит, вы не унывайте, говорит, я с вами. Я, говорит, еще тут. Все, говорит, не так печально. Все, говорит, не так печально. Такая гладь, да? Там у нас костер горит, кострище. Ну, воздух холодный, да, все равно руки мерзнут. 4 градуса. Вовин улов тут. Лакунярики. 3 штучки. Болотные, наверное, какие-то, да? Пришлые. Пришлые. Залетные, друзья. День закончился. Порыбалили. Отдохнули хорошо. Повеселились. О! Лосик бегал. Да, такие следочки у лосика. Ходил, наверное, водичку пить. Вон какие копытца. Большой. У меня нога 41. Ну, тут лапка. Вон такие следочки. Большой, да? Смотри, какая лапища у него. О, как у лошади. Вон размер какой. Сантиметров 10 где-то копытца. Мухоморчик. Садится. Так сыро в лесу. Такие березочки белые. Да, иду.